И вновь Stark Industries попадает в таинственную паутину истории о Человеке-пауке и Мистерио. Начато федеральное расследование по факту похищения технологий Старка. Агенты пытаются установить, что именно было похищено. Хоть фото взяли приличное. Что же это творится? Чудно. Спасибо. Ну, хорошие новости, Питер. Думаю, все обвинения им придется снять. Вы что, серьезно? О, я знала. Сказал, что... Господи, мистер Мёрдок, спасибо. Спасибо, Мэтт. Это потрясающе. Не за что. Прекрасно. Обошлось. Однако, мистер Хоган, да? Правительство активно расследует факт похищения технологий. Я осознаю, что вы были беззаветно преданы мистеру Старку, но если вы причастны... Я причастен. Вам нужен адвокат. А, так я что ли подозреваемый? Я думал, он. И потом обвинения же снимут. Ну, так или иначе, на ваш вопрос я отказываюсь отвечать. Ну, сами понимаете, я не собираюсь себе инкриминировать, как там... напомни, как звучала фраза в «Славных парнях». Я знаю, о чем ты подумал, но успокойся. Давай его выслушаем. Мэтт? Вам хороший адвокат нужен. Питер, в этот раз ты ушел от ответственности, но это только начало. И есть общественное мнение. Как это вы так? Я прекрасный адвокат.